что, всем привет, всем пятюнек. Как настроение, как дела у всех? Что за жетоны? Жетоны от разработчиков за тестирование нового баланса. Так, тихо. Просто проплатили меня. Накурился и нормал. 25-40 онлайн. Ну да, 25-24. Минут 10, 15, минут 5, 10, 5, 4, 5. 10-5. Девочка, я хочу вас пригласить на стрим. Суженый не будет против? Не, ну реально, кстати, я бы пригласил Оксану на стрим. Вот очень она довольно популярна, много на стримы ходит, общается. Не помешало бы, вот прям. У меня все уже девушки, которые можно только были. Оксана, а напиши мне WhatsApp, пожалуйста. Жарь ее полностью, бро, полностью. Нужно надеяться только на чудо просто. Просто на чудо можно только надеяться. Кореглазая, привет, держи печеньку. Сердюньку. А, разведаю. Кому, чем, куда, кому? Угораешь, что ли, Ред? Но мы как бы тактика галактика, то есть тактика от бога. То есть вы там все ржете, да Костян, да не умеет играть, да лошара. Не, пацаны, смотрите, что произошло. То есть мы встали в узком проходе, да, и мы бережем свои проходы, в отличие от некоторых игроков. Угу. Красно, пойду огурец возьму, не могу я ж. Так, сколько мне наедет? Все. Только надо сейчас прикрытие очень сильно прикрывать. Надо вот туда под обудом по экономике ему шлепнуть как. Там что там было? Что там летало? Кто там летал? Бляха, что-то мало прям ПВО. Я боюсь, что прям так как залетят, как снесут. А то у меня ПВО вообще нету. Это, конечно, рискованно, очень рискованно, очень. Так, у меня 2-3 Ебать, сколько надо есть. Каждую копейку да. Бляха. Бляха. Заметил. Надо срочно, короче. Не успел. Не факт еще. Еще не факт. У меня остается минута ровно. Там аэродром все. Бляха, как так-то? Surprise, motherfucker! Почему, бляха? Как он, бляха, построил? Вы мне объясните. У меня выход был в 5-й штаб, у него был 4-й штаб. Ну это что такое вообще? Блять, ну это пиздец просто. Голдосрач, ебаный, просто. Это невозможно. Он не мог быстрее выйти, чем я. Паны голдосрач. Потому что я другого не вижу никакого. Потому что, ну это пиздец просто, ребят. У него столько же CS, у него столько же все. А он, бляха, взял и, короче, луч ебанул. Как? Где? Вот он ебанул луч. Сука, голдодрочер ебаный. В следующий раз я ему пизды так стал, что нахереет просто. Это просто пипец, ребята. Это нечто просто. Играя с человеком нормально, он начинает вот такую фигню творить. Просто, ребят, играешь более-менее сильно, все, голда, и все, мы башим просто, голда, вот. Дома играть мы не умеем, мы инвалиды. Наркоман, что ли?